Я являюсь как гастарбайтером, да. Несколько лет я работала, чтобы заработать на эту квартиру. Мы ходили по соседям, чтобы они нам разрешили, чтобы проехали наши машины. Но знаете, что я увидела? Говорят: «О, да, мы вас понимаем, но мы вам не дадим. Вы нам здесь устроите общагу, 90 квартир, какой ужас! Мы хотим спокойно жить». Извините, мы тоже хотим жить спокойно в своих собственных квартирах, которые мы не украли, мы заработали своим тяжким трудом. Мы работаем, 40 градусов там холода, 40 градусов жары, да. Как бы каждый день мы думаем: а наша квартира построится. Мы не просим у государства, но в данный момент получается, государство не защищает наши права. Она нас просто обкрадывает. Что делать? Я не знаю.